Брафим Тернер, ужасно приятно получить плакат документальной программы международного. На нем герой их фильма. Пятерка британских футболистов-любителей, отправившихся в далекую Аргентину, чтобы встретиться с кумиром Диего Марадоной. Это их заветная мечта. Было очень страшно смотреть первый раз свое кино. Бену не так, а я чуть не умер. Я ни разу не взглянул на экран. Видел только лица людей, пришедших в кинотеатр. Документальная лента «Братьев Тернер. В руках богов» показывалась в 70 кинотеатрах Великобритании. Влиятельная «Таймс» восхищалась. Фильм, воспевающий радость бытия и пьянящее волнение перед кажущимся лишь на первый взгляд непреодолимым препятствием. Красная площадь. Yellow Blue Bus. «Братья Тернер» из Москвы улетели с надеждой вернуться на родину бабушки, эмигрировавшей из Советского Союза 80 лет назад. Они хотят снять кино о трагически погибшем космонавте Владимире Комарове.